Офигеть, меня кроет, походу. О, здрасте. Они меня не атакуют. Они меня не атакуют. Я здесь свой в доску стал. Прошу прощения. Следуй за мной. Приветствую вас на канале Mixel Games. Меня зовут Михаил, соответственно. Продолжаем проходить Fallout 4, дополнение Far Harbor. Итак, давайте-ка мы потихонечку будем продолжать. Заглянем сначала в журнал. Так, помочь маленькой Берти, помочь Митчу. Это ветер перемен. Танец капитана помог мне завоевать уважение жителей Far Harbor. Моя помощь еще понадобится им. Городу по-прежнему угрожает немало опасностей. Ой, сколько тут всего. Но у меня была такая красивая мысль. Это отправиться на маяк. И покончить, наконец, с долбанными, короче, трапперами. Закончить ветку, отомстить там за мужа женщины, которая это самое меня попросила помочь ей. Вот. Очень развернуто получилось. Но я думаю, сейчас мы как раз туда и отправимся. Значит, юго-западный Far Harbor. Харбор, просто Харбор. Туда мы сейчас и пойдем. И там сейчас... Оттуда мы потихонечку до карьера и до маяка. Все, перемещаемся. Ага, вот мы и на месте. Значит, нам нужно сейчас перебраться через водоем. Давай посмотрим, короче, мы по карте. И, наверное... А, вон, смотри, там есть какая-то вроде... Горящая вода. Охереть, до сих пор горит. Вон, будка. Будка. Нож убери. Так, это говно. Я вот этого говна, между прочим, не избавился, а стоило бы на самом деле. 7. О! Кто там? Кто проживает на дне океана? Там кто-то сидит! Вон он, смотри, сохранились. Опа! Опа! Все, отлично. Еще. Вон еще какой-то. Смотри, какой красавчик. Вот так вот. И... А, не попал. Сейчас. Все исправим. Сейчас все будет нормально. А зачем ты по мне стреляешь? Опа. Хорошо. Опа. Минус. Так. Как хорошо с винтовочкой-то крутой бегать. А, все. Все, пацаны, вы меня огорчаете. Я думал, тут серьезная банда. А вы так. Тюфяки. Давай, короче, мы туда отправимся. Сохранились. Ой, Что это я постоянно путаю? Сохранились и перезарядились. Можно залезть? Можно залезть. Давай. Оп, молодец. Отлично. Так. Давай-ка тут у тебя проверим. Крюк. Что здесь? Чудо-клей. Чудо-клей. Я никогда не отказываюсь от чудо-клея. Взял чудо-клей, и день стал чуть-чуть лучше. Угу. Так, здесь тоже падать не надо. Здесь можно где-то... О, лестница. Отлично. Отлично, жеж. Так. Ага. Пистолет-пулемет нахер. Что тут интересно? О! Да он рисует. Вы посмотрите. Любитель искусства. Бостон Бьюгл, комод пустой. Так, аккуратно, мужик. Аккуратно. Сохранились. Вот здесь сейчас мы пешочком пройдем. И все будет хорошо и отлично. О, идем напрямик. Угу. И... Радиация. Ну, как обычно, здесь везде радиация. Это здорово, что тут лежит. Что мартышка, топливо, так, косточки, рыба моя, оп, а, не похер, да, не реагируешь, так, какая тут интересная мелодия, так, какое-то... Место странное. Горят покрышки. С
Судя по всему, я попал в бурю. Да, я попал в бурю. Так, давай. Тут пройдем. Нам все это пока не важно. У нас есть цель. Мы не видим препятствий. Нам нужно добраться до маяка. О, походу мы приближаемся к карьеру. Хранились. Палатка. О, прям поспать. Пюре. Берем. Завтрак. А что там такое светится? О! А это удильщики? Это вот так они, удильщики сидят? Делают вид, что я их не вижу? Ну-ка, сохранились. Ой. Ха. Да. Ой, он стреляет! Хватит. Так, раз. Два. О, поджег меня, сволочь! Три. Эй, где ты там? Четыре. Пять. Ага, давай, добавки. На. А можно ему удилку-то отбить? Так, так несется, ты посмотри. А мы вот так. А! Куда? Сука, отстань от меня! Отстань от меня! Поджог! Да хорош, попади уже! Молодец! Материал ядерный. Кто-то еще там, да? Очухался. Кто еще очухался? Нет никого. Все. Сохранились. Нормально идем. В принципе, совсем даже ничего. В принципе, совсем даже и хорошо. Светится как, смотри-ка. А вон там. Ой, куда эти? А никто и не вылазит больше, да? А если... Оп! Нет, не работает так. О, тут домики. Частный сектор, да? А земля продается? А я бы взял. Надо связаться с агентом, приобрести здесь домик. Смотри, какой шикарный. О, с верандочкой такой. Заходишь, диванчик уже есть в комплекте. Старые хозяева, походу, оставили все. Так, что тут еще? Ну, инвентарь есть, бочка даже. В хозяйстве пригодится. А там что-то внутри? Наручники. Наручники. Ну ладно, хозяева, походу, раньше любили побаловаться. Стол импровизированный какой-никакой. Сойдет на него поставить чаек. Так, а вот с полом проблемы. Походу, надо будет менять ламинат. Да? Наверное. Давай-ка посмотрим, что здесь. Так, ну, какая-никакая кровать, на которой нельзя спать. Ясно. Чемодан! Так, вернемся. Вернемся. Грязный черный костюм. Костюм хозяева забыли. Ну ладно, они, наверное, в спешке собирались. Бегом, бегом. Возможно, их появилось снова предложение. Может, они в соседний дом переехали? Может, вот в этот дом они переехали? А давайте проверим. О, хозяева. Здрасте. Ой, простите, простите. Кажется, я вам на ногу наступил. Я больше так постараюсь не делать. О, телек. Па-па-па-па. Radiation King. Radiation King. Круто. О, мужчина сидел в игрушке, играл. В игрушке, скорее всего, играл. Тяжелая рейдерская броня. Так, ну, они при параде, оказывается. Холодильник. Почему-то на бок лежит. Не знаю почему. Давайте посмотрим вашу квартиру. У вас хотя бы нормальный пол. И довольно-таки современная отделка. Клей. О, извините, никому не скажем, что мы у вас деньги взяли. Так, угу. Надеюсь, вам будет чем за аренду платить. Давай, все, мы валим отсюда. Мы валим отсюда. Спасибо всем, до свидания. Все хорошо, нам понравилось, мам, перезвоним. Бежим отсюда. Валентин, бежим! Так, 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 так. Все, везде светится. Еще какой-то домик, да? О, здесь прям освещенный, нормально. Даже симпатично, если не вглядываться. Да-да.
снова топливо. Ну, я возьму. Оп. Морозильник. Там что-то прям работают, да? Ууу! Успел. И посмотри-ка, я успел. Печатная машинка. О. Это стул перевернутый так. О, вот что шумит. Все, больше не шумит. А нечего шуметь мне тут. Так, самодельный аккумулятор, краска. Поберем. Так, я думал, это терминал, а это вон что. Оп! Вот так ты ловушка и была задумана, чтобы я зашел через те ворота. Так, а мы здесь пройдем? Пройдем. Бегом, пройдем, бегу. О, стена, обходим. Брешь в стене. Ё-моё. Какая тут лесополоса. Ручеёк, походу, был. А грибы собираются? Да, гриб прям грибом называется. Гриб прям грибом. Сохранились. Кажется, что-то здесь уже меняется. Ландшафт меняется. Жижа какая-то. Так, о, я вижу вдали человечка. Отключим пока фонарик. Сохранились. Оп. Был человечек тут. Был, да сплыл. Так, теперь же... Эй, а кто меня спалил? Там кто-то меня спалил, да? Один меня спалил. А где он? Не вижу. Вообще не видно. Да ё-моё. Фокус сбился. Вон он! Угрюмый траппер. Угрюмый трипер. Так. Эй, трипер. Нет, 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 нет. Так, стреляемся. Нет, зачем ты там? Давай по этой. Ой. Куда? Лови. На синий стартовый. 30 радиации? Это за что это? Это за какие заслуги 30 радиации? Меня тут взорвать хотят. Это я по ним стреляю, мне 30 радиации дают. Это как так? А, тут вон какая-то... О! Так, погоди, стоп, странно. Это типа туман здесь такой. О, я в гули превратился. Ну ничего страшного. Пошел отсюда, угрюмый. Я сказал, пошел. Какой? Так. Так. Это у что такое? О! Стоп, 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 стоп. Антирадин. Стимулятор. Стоп. А, это его пушка. Спасибо. Ты оказался как раз вовремя. Потек. Вот лучше бы помог. Стоп! Ах ты говно! Это я по ним попадаю, у меня радиация гасит. Нет! Нет, 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 нет! Ты что такое делаете, ребят? Ты чё? Давайте-ка нормально. Давайте нормально общаться. Охереть! Ты посмотри, как радиация. А что она творит-то? Что со мной творится-то? Информация. Предметы. Погоди. Показать эффекты. Это что? Это такие трапперы? Это у них такая суперспособность, блядь? Какая-то хренотня, если честно. Стоп! Еще антирадин. Кто там еще смелый? Не-не-не, погоди, вот. О, нет. Какое у меня еще оружие есть?
О! Ну давай, давай по телу. Крит! Скдыщ! А чё, как мало? Блин! Лови! Тоже мне 30-ку добавил. А чё, все? Это все? Погоди, предметы. У меня этих гранат в жопу жуй. Какая-то чушь. Так, тихо. Ты-то еще! Ну-ка, разберись с ними. Во, давай, давай, давай. Ой, давай, давай. А почему? А почему? А зачем? А за что? Давай, давай, давай. Чел, я на твоей стороне. Опа! Ей! Оп! Какие? Ну какое? Давай-ка. Есть. Тут нужно максимально большой урон за раз наносить. Вот. А! Вот ты гадость. Нет. Стоп. Давай-ка мы сначала вот так вот. Ай, зачем? Отстань от меня, блядь, такое. Отвали. Вот гадость. Так, погоди, предметы. Ух, блин, одолели черти. Водичка. Ментаны, мутафру. А, в жопу едим. О, какая полезная у меня штуковина тут лежит. Напугал. Кусок больного говна. Так. А, это ты, ё-моё, я тебя чуть не замочил. Чел, ты поаккуратнее в следующий раз. Пир капитана. Плюс 10% к опыту на 2 часа? А чё ты раньше-то молчал? А чё ты раньше-то молчал? Берём. Ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Стейк. Так, берём-берём. Гарпуномёт. А давай гарпуном попробуем поковырять этих тварей. Гарпуномет. Погоди, у меня всего один гарпун. Ну-ка. Какая шняга. Ну и нафиг его. Я с этим же пока побегаю, да? Нормально. Погоди, я потерялся, мне не в ту сторону. Так, он тут всех перегасил. О, нормально. Панталоны, нет, спасибо, с него сдирать не буду. Оставлю уж ему, так и быть. О, здесь есть мост, оказывается. Так, ну ладно, мы сохранились. Судя по всему, со стимулятором у меня здесь оказалась проблема. Так, а здесь труп валяться должен? Или не должен? Тихо. Охереть! Вот эта тема, стреляешь по ним, а короче радиация по тебе. Это какая-то странная хурма. Вот так вот сделаем. Маяк Бруксхед. Ага. Ладно. Давай посмотрим, что здесь. Картриджи, патроны 308. Кто тут? Кто в теремочке живет? Кто в невысоком живет? Так, дверь. Можно было просто через низ пролезть. Зачем открывал? Да, ну и бардак здесь, я согласен. Но есть койка. И есть бензин. И гладильная доска. Так, что тут еще интересно? О, вот это мое. Картриджи опять. Слушай, их прям тут это самое. Обжили они местечко-то.
Все по последнему писку дизайнерской моды. Карта, тека, тека, та. Апельсиновый ментальный пси... психовзи. А кто-то там снизу. Кто там снизу такой смелый? Так, давай, знаешь, как сделаем? Оп. Мы сохранились. Отстань! Прычу, прычу, прычу! Нет, это слабовато что-то. Надо делать... Где? А, вот ты! Где? Опа! Ха! О, гаденыш мелкий! Пакостник, высовывай свою тыкву. Вот так вот. Ам-нам-нам. Кто-то сверху на маяке, да? Кто-то сверху там на маяке. А сейчас кто? А, вон там кто-то стоит. Ты посмотри, давай... Загрузим патроны. Вот он. Ой, зачем встал? Тихо. Давай-ка, давай-ка по рукам. Давай по рукам. Руки отстрелим. Какая броня у него. Вот так вот. О, перекинул. Вот сюда. А я чё за гранат-то у меня? Криогенные, ёлки-палки, ты что делаешь-то? Зачем ты такое говно используешь? Плазменный, давай плазмой. Оп! Лови, фашист! А чё, тоже плазменные не работают? Или они просто до пункта назначения не долетают? А ты? Ну вот так-то лучше. Лови! Где он там? Где он там? Тыковку вижу, чуть-чуть тыковку, пол шишечки вижу. Нет! Так. Ну-ка. Давай-давай-давай, вот так вот. Насыпай ему. Да хорош. О, хорошо было. Сейчас было отлично. Отменное попадание. А вот так. А, прикончил кого-то. Ладно, давай из этого постреляем. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Пью. Давай поближе подойдем. Может, урона будет больше. Ух ты ж, мать твою. Ты смотри, мне урон подкинули. О, уровень подкинули. Урон, говорю. Так. Мы во что-то хотели вкачать, да? Давайте-ка посмотрим. У нас была какая-то цель. У нас была тактика, и мы ее придерживались. А, нам нужно в снайпера, да? О, я могу! Эру! Так, вы можете дольше задерживать дыхание, лучше координировать движение рук во время прицеливания! Ей! Вот это я хочу попробовать. Так, там какой-то говнюк. Или в окошечке? Нету. Ну-ка. Да вроде не так трясет. Ну ладно, сейчас и заценим. Так, давай мы у тебя вот это заберем. Терминал средний. Давай-ка попробуем взломать и посмотреть, что там. Монстр? Нет. 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 Ну, можно, чтобы ты помог, конечно. Ну зачем, если поработать профессионалы? Работа с прожекторами... Ой, да ничего интересного, короче. Турели, прожектора. Так. Береговая броня. Спуск вниз, да? У-у-у! Вон она! Лови!
Вот так вот. И так будет с каждым и с каждой турелкой. Ага. Так, а где тут этот мальчик, который сюда убегал? Нет, ладно, мы на маяк. Наша цель на маяке. Музыка все еще грозная. А нам нужно как-то на маяк забраться. Тут, значит, есть дверь. Вот, дверь. Вход на маяк. Мы сохранились. Вот это сделали. Смотри, берем, значит, дробаш. Ебаш. Сохранились еще раз. И сейчас конкретно, просто, в лицо сразу. Без разборов. Без... Не будем спрашивать, кто, как, чего, как, куда и зачем. Мы уже знаем цель и не видим препятствий. 0-5. Смотри. Здорово. Дуглас. Оп-оп-оп-оп-оп. Раз. Два. Так. А если вот так? Дуглас. Лови. Эй. Ну какой? Ну какой? А где что, патронов-то нет? О, патроны есть, нашел. Перезарядись. Раз. А вот так. Оп. Убежал. А вот так. Оп. Чик. И чё? И чё? По тыкве. Есть. Есть. Ну чё, теперь не такой таинственный голозапись. Кастет. Броньки. Панталоны, голозапись. Давайте-ка зачитаем голозапись. Таинственная голозапись. Голожопись. Так, погоди, разные. Та-та-та-та-та. Ой, как долго приходится листать. Так. Ну, так, так побыстрее будет. На кнопочку нажал просто, чем колесиком крутить. Букву Т. Не пропусти букву Т. Если увидишь букву Т, сразу кричи. Эй! Таинственная голозапись. Ну все, я в полной жопе. Проклятый туман. Казалось бы, маяк должен быть легко найти, но нет. Никогда не видел такого тумана. Обалдеть. Я так долго ждал себя уговорить. Как я только дал себя уговорить? Я начинаю думать, что она просто сочинила всю эту историю, чтобы привлечь к себе внимание. Убить одного траппера, чтобы обсудить за смерть мужа. На словах-то просто. Вот только теперь, я думаю, зря я вообще сунулся на этот проклятый остров. Черт, кто-то приближается. Это что, он прям передо мной, что ли, тут записывал, да? Это передо мной он запись сделал? Новая я броня. Ну так дурачок, чё? Не знал, с кем связался. Никто не мог подумать, что меня тут подговорят, разобраться с тобой позвать. Вот. А теперь все. Теперь не расхлебешь, не расхлебакаешь. Ложек не хватит, чтобы все это вот говно разгрести. Кнопочка. Ей! Удобно. Спасибо. Так, мы еще вот эту... Тихо. Оп. Оп. Вот здесь хотели посмотреть, что там есть. О, не зря. Креамина. Ага. Пульк. Здесь сети. Ребята рыбачат тут. Ракеты. О, бескрайние дали. Так. И... Маячок, маячок. Так, ну ладно, раз мы это доброе дело сделали, отправляемся. Побазарим, короче, с мадамой. Отлично. О, значит, мы переместились. Давайте-ка поговорим с этой бабенцей. Продает пушки все время в лавке. Ага, так, присядем. Это вообще, если мы за 3 человека ради забавы, да гори, он в аду, эти трапперы. Так, ага, Кейси Далтон, давайте поговорим. С траппером убийство твоего мужа покончено. Значит, все. Наконец-то кончено. Все эти загубленные жизни, все эти долги наконец уплачены. Конечно. И кто решился дать отпор острову и отомстить за род Далтонов? Не сын, не дочь Фар-Харбора. Чужак. Человек с материка. Ты.
Я. Последняя глава дописана. История подошла к концу, когда не думала, что доживу до этого дня. Спасибо тебе. Да не надо, не стоит. А что насчет голозаписи? У этого парня, которого мы отправили к маяку до меня, была при себе голозапись. Он считал, что твой рассказ ложь от первого до последнего слова. Ложь? Нет, это все правда. Ну, по большей части. Хотя, возможно, я что-то слегка преувеличила. Так бывает. Но некоторые вещи важнее правды. Вот взять пример тебя. Тебе удалось выжить, несмотря на все опасности, и получить ценный опыт. Более того, остров тоже кое-что усвоил. Теперь узнаешь, что ты не чета этим губошлепом с материка, которые могут в трех кочках заблудиться. Теперь остров начнет тебя уважать. Редко кто из новоприбывших может этим похвастаться. Награда? Можно сделать не фамильная месть, а обещанная награда. Ясно, для тебя это остров чужая земля. Неудивительно, что ты не понимаешь, почему это так важно. У всякой хорошей истории должен быть счастливый конец, верно? Герой находит сокровище, спасает девушку, а не садится на коня и скачет навстречу закату. Ну, например. Хотя я и малость старовата, чтобы трястись на лошади, но сокровище у меня есть. Это фамильная реликвия. Она в нашей семье уже, дай-ка подумать, минимум одно-два поколения. Теперь же некому будет ее унаследовать, так что я отдаю эту вещь тебе. Остров напомнит... остров помнит это оружие. О да. А теперь он будет относиться к тебе серьезно. Ну вот и все. Это конец. Теперь я могу спать спокойно, зная, что после моей смерти у Далтонов не останется невыплаченных долгов. А теперь иди. Моя повесть завершилась. Но твоя, думаю, твоя только начинается. Ох ты ж, мать твою, крюка мне дала. Кровопускатель, цель получает 25 единиц дополнительного урона от кровотечения. Прикол, прикол. Так, тихо, не говорите со мной. У меня тут кровопускатель сейчас в руках будет. Так, я заценю. Заценю эту штучку. Где тут? Я тут. Вот он. Ох, мать твою. Ух ты ж, как хорошо. Нормально, нормально. А чё? Ну, конечно, у меня покруче будет. Но это ж фамильная ценность. Нужно беречь ее. Так. Ага, ну ладно. Значит, мы здесь на этом месте сохранились, и давай-ка сразу заценим, что у нас в журнале-то еще есть. Лучше не вспоминать. Получить доступ к воспоминаниям Димы, а моральная битва говорит с Фитчем... Нет, погоди, а что по-разному? Помочь защитить ферме Далтонов? А я же защитил, нет? Говорит с Мичем... Нет, студа для матушки, это все не то. Лучше не вспоминать. Давай-ка мы... Потихонечку, помаленечку будем уже вливаться в этот квестик. Тут местный основной. То есть нам нужно вот сюда в ядро. А мы опять на юго-западный харбор отправляемся. Значит, опять снова туда. Ну почему бы и нет? Погнали. Значит, отметка у нас есть. О, я все еще под получением двойного опыта. Блин, он скоро закончится. Ну ладно, я думал, там просто будет слишком много этих противников, а там их оказалось не так уж и много. Тут как хорошо я прыгать стал. А, это я просто на разгоне был. Ха! Хранились. Так. Так. А, нам туда вниз, я так понимаю. Давай вот здесь вот сократим. Опа. Опа. Ой, сейчас радиации будет, жопа и жуй. Так, мы давай сохранимся отдельно, вот здесь вот сохранимся. Вот так вот, ага. А то вдруг они скажут, давай в... Ну, еще-то. Че удумал? А вот так. Умный песик. А вот так. Откуда у тебя интеллекта-то столько? А вот так. Гаденыш ты какой! Ты посмотри, какую гадость! Какая гадость! Так, стоп! Отходим! Опа! Стоп! Давай по тыкве.
Крит? Он меня так и поджег, сволочь. Он меня так и поджег. Эй! Промелькнул. Опа! Опа! Молодец. Молодец. Закряхтел. Какое-то гигантское создание было. Блин. Вот бы с такой встретиться, пободаться. Смотри, она еще с бивнями с какими-то. Какая-то хренотня. Огромная, огроменская. Просто прям хер пойми. А там ничего нет, да? Зачем я туда иду? Не знаю. Вижу лестницу, не вижу препятствий. Просто иду и все. О, капитан! Вы приплыли! Капитан, спасательный круг. Ходи. Оп-оп. Капитан. Так. Значит, давай вот сюда мы забираемся. Радиация так прибавляется по чуть-чуть. Ну ничего не страшно, не страшно. Она совсем немного прибавляется. Нам этого нечего бояться. Я тут, надеюсь, странные перчики на меня сейчас не нападут. О! Рихтер, не надо, не делай этого. Для тебя это великий Зилот, а твоя верность вызывает сомнения. Вы должны доказать свою веру. Один из вас сможет вернуться в семью. Рихтер, это безумие. Вы же не думаете, что мы... Ю. Обалдеть. Еще что-нибудь? Пока все, сестра. Спасибо, великий Зилот. Мне надо с ним поговорить. Охереть. Какие-то вы конченые, ребят. А почему у тебя все хорошо с причесоном? Вы? Что вы здесь делаете? Вас прислали из Фар-Харбора? О, он обожженный. А, это татуха. Это татуха. Как бы тебя так запечатлить получше? Нормально будет вот так, да? Так, ну нормально. Вырежем что-нибудь, сделаем симпатичное. Да правильно, так и я из Содружества. Все хорошо, я не из Фар-Харбора, я из Содружества. Будь не близкий. Так объясни мне, что вы здесь делаете? Хотите присоединиться к детям Атома? Дети Атома? А кто это? Мы дети Атома. Мы служим тому, кто создал этот и все остальные миры. Вы видите его охоте по его владениям. Просто впусти меня. Ваш культ меня интересует. Просто впустите меня, тогда у нас с вами не будет никаких проблем. Так нельзя. На эту землю могут ступить только избранники Атома. Если хотите войти, то это право придется служить. Что нужно сделать? Недалеко отсюда есть небольшой источник. Избранник Атома должен испить из него и получить что-то. Знак. Переживание. Те, кого Атом не избрал, возвращаются брат. Я подумаю, я исполню волю Атома, ну, пошли. Ладно, сделаю то, что требует Атом. Будем надеяться, он сочтет. Идите к источнику, испейте воды. Когда вернетесь, мы обсудим вопрос о вашем вступлении. Ё-моё, я чё теперь пацаном Атома стану? А где источник? 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 Стоп, источник. Выпить из источника, а я вот здесь был? А, лесопилка на... здесь был? Нет. Ладно, добежим. Ладно, срать на вас, добежим. Погоди. Информация. А, выпить из источника, получить доступ. Ладно. Да, счетчик гейзера у меня тут зашкаливает. Ну, оп. Ну ладно, вступать так вступать. Куда деваться-то? Хороший они тут мостик сделали. Удобный. Надежный, как швейцарские часы. Ну а что такого? Я уж не думаю, что как-то сильно отразится на мне. Потому что я в детство Атом вступлю. Ну вот, началось.
Заглот. Стоп! Гадость такая! Оно оставит меня! Заглоти что-нибудь другое! Заглоти что-нибудь, блядь, дерево! Опа! Мутировал! Мутировал! Тихо! Давай по хвосту! А, ну, тут, блядь! Вот так вот. Нормально все. Гибельное ментальное изображение. Для правы увеличить урон от болотника насекомых. Ой, ну всякая параша, короче, внутренности наглота. Так, лапа когтя смерти. Это типа коготь смерти такой недоделанный. Нам до источника-то недалеко осталось добежать. Совсем чуточку. Совсем-совсем чуточку. Мы сохранимся. Кто тут? Кто тут? Оп. Так, где? Во. Где-то тут источник. Давай. Давай. Ох. Офигеть. Плевотненькое местечко. Ну давай, хлебанем. Опа. О-о-о. Ща начнется. Следуй за мной. А где фигура? Там? Ё-моё, радиация-то вагон. Кто такая? Призрачная фигура. Монстры. А! Эй. Hello? За мной. За мной. Офигеть. Слушай, ну круто, круто. Неужто такое можно было пропустить? Офигеть, меня кроет, походу. О, здрасте. Они меня не атакуют. Они меня атакуют. Я здесь свой в доску стал. Прошу прощения. Следуй за мной. Куда ты меня ведешь? Ёлы-палы. Олень. И Валентин за мной. А он испил? Он не испил. Он не посвященный. Не может быть. Ё-моё, ты долго ли? О, давай вот так вот. Сейчас будет. Ну да. О! Excuse me. Даруй им покой. Окей, туда так туда. Иду, иду. Что здесь? Отвертка? Святилище детей атома. Какая крепота! Как же круто здесь! Блин, вообще прям надо было сразу к ним вступать! Эй! Эй, в смысле? Я свой в доску! Я свой в доску! Ух ты, сука! Так, стоп! Мне надо антирадинчику закинуть. А! Тихо! Оп! Тихо, ты что кидаешься на меня? А чё Валентин-то не спасает? Так, стоп! Давай! Есть! Успел? Отстань! Фу. Обалдеть! Ну-ка! Ай, какая-то хрень! Ну-ка, отстань! Нет, не тот! А только убей! Убей! Еще! Молодец! Стоп! Он сам автоматом стимулятор принимает теперь, точно! Меньше 20%! 25%!
Меня сейчас убьют, а мне не важно, где там теплица, кто чего кому передал. Ё-моё, какой махач тут жесткий. Крышки. Я так понимаю, Валентин мне все равно помог. Чуть-чуть подсобил, да? Обалдеть. Еще один. Иди отсюда. Какой, сука. Да, Валентин мне помог. Опять с восьмым шаром в жопе, блин. Долбаные гули. Берем. Сохранились. Пошли. Ух ты. Спишь? Спи. Открыть тайник. Открыть тайник. Открываем тайник. Погоди. У меня очень плохо получается взламывать такие старые железки. Мы можем займемся этим терминалом. Наверное, здесь тут есть какая-то подсказка. А, вот он. Mother. Что-то как-то слишком, блин, очевидно. За ручку прям привели опять к паролю. Мог бы поискать уж. Защитный. Взять идола. Ну, оформление квеста, конечно, пакет светящейся крови. Конечно, вообще очень прикольный. Музон такой, вообще поглощает. Прям. Идол матери. Найс. Найс. Мелодия прям пушка, не знаю, прям пробирает. Вот это очень круто. Вот это прям очень круто. Вот это прям захватывает. Так, погоди. Информация. Вернуться к великому Зелоту. Ё-моё, вот это прям да. Вот это прям хорошо было. Так, в ядро обратно возвращаемся. Так, ну что? Не ожидал тебя увидеть. Итак, Атом что-нибудь явил тебе? Там был яд. Жуткая женщина. Мне пришлось выпить яд, и меня привели к этой статуэтке. Но сделать это какая-то жуткая женщина, это так должно было быть? Женщина? Вела тебя к этому идолу? Какая женщина? Что тебе довелось увидеть? Тень, окутанная туманом. Это было нечто, как будто из другого мира. Эта женщина. Она выглядела как живая тень, окутанная туманом. Атом милосердный, тебе действительно повиделось увидеть ее. Мать тумана. Мать, посланница Атома. Она служит проповедником для тех, кому у которого он важную роль в ее планах и будущей нашей семьи. Зачем? Зачем? Жители очень недовольны. Эта ситуация не улучшает, вы можете потерять контроль над поселением. Да и хер с ним. Она привела первых из нас в это место. И раз она открылась тебе, значит он уготовил тебе особый путь. Тебе предстоит сделать следующий шаг. Если ты хочешь занять место среди Атома, самое время сказать чего-то. Можно я задам тебе пару вопросов? Так. Как хотите. Что со мной произошло? Похоже, Атом дал тебе видение. Их могут пережить только те, кто достоин стать детьми. Но избранным душам он посылает не просто видение своего представителя, или в твоем случае мать. Мать действительно существует? Ну-ка. Что можешь сказать о вере детей Атома? Мы верим в святой Атом, который сокрушил этот мир 200 лет назад и погрузил его в свое сияние. А, блин, пропустил. Мать действительно существует? Мать действительно существует? Многие считают, что она просто дух порождения дикой природы. Хотя есть и те, кто утверждает, что это просто старая женщина. Так или иначе, нашей семье было здесь не было, если бы не она. Раз она явилась к тебе в видении, то явно хороший знак, что твое что-то там. Блин! Так, ну-ка, что такое великое деление? Освобождение. Реализация потенциала. Всех миров, которые заперты внутри нас, тысячу раз разрушенных и возрожденных в ходе сияния.
Остров идеально подходит. Благодаря туману и ядру. Сияние повсюду. Немного терпения, и мы все найдем здесь великое деление. Казнь. Что за казнь? Не скажешь, что это происходило между этими двумя детьми? Наша семья держится на доверии. Много на этом острове готовы без рассуждений убить нас. Эти двое должны были доказать, что на них можно положиться. Один из них не доказал, да? Вопрос больше нет. Значит, ты хочешь занять свое место среди детей Атома? Ну давай. Хочу постичь ваше учение. Хорошо. Может, нам следует сосредоточиться на возвращении к Асуми домой? Зайди внутрь, когда я закончу проповедь. Докажи идолу и верховный источник. Так, а договорись с ним, затем возвращайся сюда. У меня есть для тебя одно поручение. Еще. Держи более подходящий костюм. Но запомни, все мы преданы слуги Атома. Будь ты посланец или нет, всякое деяние, направленное против семьи, будет караться со всей строгостью. Добро пожаловать, брат. Облачение. У меня новый шмот. Облачение служителя Атома. Так. Слушай, а что ты переживаешь-то? Ты недоволен чем-то? Мы всего лишь выполняем квест. Ну ладно, давай зайдем внутрь. И посмотрим, что там увидим. Да, моя пищалка сейчас надорвется. Опа! Меня пополоскают здесь? Там буйные какие-то, да? А я сейчас к ним вступлю. Смешно, да, меня сидит на своих кондиционерах. Долго так продолжаться не может. Мы много лет таились во тьме, словно побитые плесенью псы. Но теперь наша цель ясна. Я знаю, ключ к победе находится в самом ядре. Мы узнаем тайны, которые спрятал проклятый робот, и они помогут нам стереть Фар-Харбор с лица земли. Улицы города наполнены святой туман, Атомы очистят их от ереси. Мы станем героем, наконец достигнем деления. Грядет новый день, братья и сестры. Слава Атому! Обалдеть, куда я попал? Это подлодка. Атомная подлодка, блин. Ё-моё, сохранились. Они хотят, блин, уничтожить, между прочим, город. Вы чё, чокнутые, что ли? Извините. Да, ну то есть, стоп. Вы же новообращенный. Вы не вели брата Девина? Или парня, который молится в одиночку? Кого? Брат Девин. Тощий парень у входа, который начинает походить на Гуля. Только с волосами. Они ни с кем, его ни с кем не спутаешь. Видите ли, брат Девин постится давно, ничего не ест. Только пьет радиоактивную воду. Ждет знака от Атома. Большинству людей это показалось бы достойным восхищения. Так жертвовать собой ради Атома. Что вы скажете? Это его выбор. Это его выбор, да? Кто мы такие, чтобы ему мешать? Вам легко говорить. Но слушайте, мы с Дэвин, в отличие от всех остальных семей, лишены благословения Атома. Радиация для нас губительна. А Дэвид думает, что если он будет опаститься и не принимать лекарства, Атом не спошлет ему откровение что-нибудь в таком духе. Я пытался с ним поговорить, но он меня не слушает. Как и всех остальных, считая, что его план просто блестящий. Я знаю, что мы не знакомы, но если вы видите его перестать поститься, я был бы перед вами в долгу. Поделились бы своим средством от радиации, даже рецептом. У меня есть и вещи, которые пригодятся тем, кому радиация не страшна. Что скажете? Поговорите с ним? Средства от радиации? Они разрешены? Не беспокойтесь, никто не станет возражать, если вы будете чиститься от сияния. Все понимают, что не каждому он дает свое благословение. Мой отвар снимет часть радиации и даст чуть-чуть энергии. Может забирать понемножку из каждой партии. Я и рецепт вам дам.
Ну что, вы поговорите с братом Девина насчет поста? Я с ним поговорю, без проблем. О, спасибо, ну пожалуйста, сделайте побыстрее. Он уже не очень хорошо выглядит. Надо бы заняться, а то, наверное, парень-то склеится. Так, погоди, у меня квест. Помочь, выбери, это помочь Мичу, ветер перемен, лучше не вспоминать. Так, помочь Зилоту, это помочь детям Атома, брата Девина, прервать. Ну давай, нам, наверное, здесь надо поговорить кое с кем, да? Нам надо внедриться в эту местную УПГ. Ой, УПГ говорю. ОПГ. Где он там, этот? Где он? Здесь. Прямо они все такие, прям, да, чуть ли не похожи на гулей. Так. А, вот и ты. У меня для тебя работа. А, что за работа? Тебе нужно будет искоренить ересь. Чего? Я ваше наслаждение, великий Зил. Есть одна женщина из нашей семьи, по крайней мере, была. Гвинет. Она перешла на темную сторону. Исповедник приказал Зилоту Тейн найти ее, но еретиков... В общем, теперь Гвинт открыто отрицает учение Атома и скверняет своей ересью наши святые места. Верховный исповедник хочет, чтобы ее нашли и казнили. Почему именно я? Зачем вы поручаете мне, если у вас другие Зилоты, которые лучше знают эти края? Считая, что это испытание, докажи свою преданность семье. Поговорить с ней? Может, просто поговорить с ней, вдруг получится ее убедить. Лгать не буду, сестра Гвинет была хорошей женщиной, но после того, как ее владело это безумие, я не уверен, что еще можно доверять. В любом случае, Верховный Исповедник решил, что отказ от Атома слишком большой грех. Такой вызов не должен оставаться безнаказанным. Окей, я найду ее. Поговори с Зилой Тейн. Она сможет направить вас по следу Гвинет. Свершите правосудие Атома над еретичкой. Так. Над еретичкой, тичкой, птичкой, еретичкой. А мне нужно забраться вот сюда на судно. Так, ладно, давай заберем сюда. Так. Ух ты ж, мать твою! Здрасте! Какой ты криповый мужик. А вы кто? Зилот и Атом. Здорово, мужик. Ты меня дошли слухи о новоизбранном. Добро пожаловать, брат. Что ты чувствуешь, заняв место среди избранных Атома? Ну ты криповенький мужик. Избранных Атома? Эти земли — ядро. Этот остров Атом сделал своими владениями. Для нас, избранных. Все, кроме одного проклятого угла. Тебе ведь уже довелось побывать в Фар-Харборе, да? Увидеть его барьер, защищающий от святого тумана Атома. А как его жители отказываются покинуть этот остров, его царство? И что, по-твоему, нам надо было делать? Фар-Харбор так ужасен? Да, брат, настолько. В течение многих лет мои предшественники молили о мире, о Фар-Харборе и все укрывающие бастионы ереси. Мы пытались помочь им, подарить им свет Атома. Ради этого многие наши братья и сестры даже отдали жизнь. Но Верховный Исповедник... Я так как-то... Все враги, будто Фар-Харбор трусливо дрожащий своими драгоценными конденсаторами, или тот древний робот, прячущий свои воспоминания в нашем доме. Воспоминания? Все они должны признать, что этим островом правит только Атом. Но мы не сможем победить, если не будем едины. Атом требует верности от всех своих детей. Прими это, и ты вольешься в семью. Тебе нужно что-то еще? Помочь Верховному, вопросы... Показать идол. Мне удалось найти этого идола. Великий Зила сказал, что вам стоит его увидеть. Неужели это мать? Значит, слухи оказались правдой. Тебе явилась мать тумана. Многие из нас проживают всю жизнь, и не снискав подобной милости. Как ты, походу, да? А, лошок.
Дитя мое, похоже, он ждет тебя. Он ждет от тебя великих дел. Значит, я тоже. Тебе что-то еще нужно? Доступ к воспоминаниям Димы. Насчет воспоминаний этого робота. Мне удалось найти способ открыть их. Знак? Атом милосердный. Могу лишь представить себе, что тебе пришлось сделать, чтобы добыть эту информацию. Но не забывай все, что найдешь, сразу приносить мне. Я распоряжу, чтобы тебе пропустили без лишних разговоров. И будь осторожней. Слишком много наших братьев погибло, пытаясь узнать секреты этой проклятой машины. Ну иди. Да я проявил уважение, что мне шапку снять? О, сохранились. О, я сейчас с этого. Погоди. Еретичка, испытание, бра. А вот это лучше не вспоминать. Вот, мне туда, значит, надо, да? Значит, мне все-таки доверили пройти туда, да? Так. Итак, погоди. А что значит показать на карте? Погоди, а что значит показать на карте? Нет, погоди, мне не до еретичек ваших. О, мне вон туда надо. Местечко, конечно, да. Но я к этим дурачкам не особо хочу вступать. Мелодия, конечно, балдеж. Офигеть, это очень атмосферное место. Это очень атмосферное. Дай пройду. Так, а вот так. Во, вот так вот. Офигеть, это очень атмосферное место. Не знаю почему, но мне прям нравится. И мелодии, и вот этот вот антураж. Так, мне нужно вот сюда, значит, проникнуть, да? Берегись, брат. Когда в прошлый раз кто-то из детей попытался узнать секреты базы, он разбудил ее стражей. Так что, если у вас нет приказа выполнить исповедника в центр управления, лучше держаться подальше. А меня прислал исповедник, вообще-то. Я нормально прислал исповедник. А, вы и есть храбрая душа. Мне сказали, что вы придете. Будьте начеку, нельзя надеяться только на Атома. Ну, у тебя и рыло, конечно. Тебе же еще рожать, дура. Центр управления ядром. Пошли. Обалдеть, тут ловушки. Так, ну я думаю, мы этим тогда займемся в следующей серии. Да, запишем в следующей серии. Блин, как тут интересно стало. Мне даже очень таки нравится. Мне уже не терпится ворваться туда. И, короче, забрать эти данные. Не знаю, конечно, было бы интересно поиграть за детей Атома и вообще, типа, поглотить весь остров. Но мы же тут за добряка играем, а не за чокнутого этого фанатика. Но как-нибудь было бы прикольно пройти за детей Атома, кстати. Угу, почему бы и нет. Так что, большое спасибо вам за просмотр. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии с советами и с интересными подмечаниями по данному прохождению. Подписана группа ВКонтакте, на YouTube канал и Дзен канал. А теперь еще на Дзене, как я недавно узнал, можно, оказывается, и в хорошем качестве видео заливать. Вот, так что обязательно подписывайтесь. И, наконец-то, к вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Большое спасибо, что смотрите этот канал. И всем пока!